siempre entre plats. Si es ya como la y así me ha hecho Собственно говоря, сегодня у нас 1 января, вчера был Новый год, и, собственно, он продолжается, вот, с Новым годом. Вот, ребят, я вчера снимала, но у меня, походу, все удалилось к чертям, потому что... Потому что мне вчера тормозил телефон, и я его перезагрузила, и у меня ничего не осталось. То есть, как бы, нормально, да? Вчера были очень смешные моменты, которые я снимала. Сегодня их не повторить уже. Вот. Вчера еще моя сестра Даша, она меня накрасила блестки тут вот, подводку. И ресницы мне накрасила с эффектом удлинения. Они реально, эта тушь реально удлиняет ресницы, и мне очень нравится этот эффект. Вот, но я сейчас это все пойду смывать, потому что я с этим спала. Вот, а спать с макияжем это нехорошо, поэтому мне надо сейчас пойти все смыть. И еще мне бы вымыть голову, конечно, желательно, потому что у меня вот эти вот кудри, они залачены, то есть у меня волосы залачены сейчас, это не видно, но они под лаком. А, вот. Короче, сейчас я пойду умываться, помою, наверное, голову все-таки, и потом вернусь к вам. Я сейчас сделала вот такой вот пучок себе. Сейчас пойду смывать макияж. Хочу вам показать вот эту вот девочку. Это Вика. Вика. Она спит. Вот такая вот кошечка. Ну, это моя хорошая девочка. Я сейчас ухожусь, если я не сказала, я сейчас ухожусь у своей сестры в гостях. Мы здесь Новый год праздновали. Вот. Я нахожусь сейчас у своей сестры в комнате, потому что она... Ты чего? Потому что она вчера с братом уехала, короче, к нему домой. Вот, и как бы я спала у нее здесь. Вот. И сейчас вот я у нее. После того, как я смою макияж весь, а точнее только глаза, потому что лицо у меня остальное не накрашено, я нанесу вот такой вот крем Vitanica Cosmetics, крем для лица, великолепный уход для сухой и чувствительной кожи, питание и увлажнение. Вот. Вот так вот он выглядит, вот такая вот баночка, небольшая. В принципе, да, ведь, вот, я ей пользуюсь каждое утро, здесь можно пользоваться и утром, и вечером, вот, здесь видно, и он хороший, мы его брали в Фикспрессе, мы брали вообще два крема в Фикспрессе, вот такой вот, еще с облепихой, да, с облепихой. Маме понравился больше с облепихой, но дядя Саша у нее отобрал этот крем, и у нас остался такой. Мне тоже, в принципе, нравится, он хороший, никаких пререканий к нему нету, поэтому вот я им пользуюсь, он реально хороший. А сейчас я иду умываться и беру вас с собой. Thank you.
Все, ребят, я смыла косметику. Мне так хорошо как бы хотелось, конечно, но хоть как. Я знаю, теперь я выгляжу не совсем красиво. Вот. Но все хорошо. Я не успела заснять то, что сейчас делала вот эта вот женщина. Ты чё, лежишь, что ли? Ты чё? Что делаешь? Она, короче, сидела на плече. Это было смешно, по крайней мере. Сейчас я распущу пучок. Пучок. Вот. Ай. Поэтому, да. У меня родители ругаются. Ну, точнее, мама с бабушкой. Ну, сейчас они ругаются уже, но не ругались. Только что. Я не снимала в это время. У меня, слава богу, дверь закрыта. Вот. Еще хочу спать, потому что меня сегодня... Я легла сегодня в 7:00 утра. В 8:00 даже. Вот. И меня разбудил звонок в дверь. В 5:01. Шикарно. Я... Чё ты ещё? Я сначала думала, что я выспалась. Ну, ни хрена, я не выспалась. Ты моя девочка. Я не выспалась. Ни хрена. Чтобы вы понимали, я сейчас хочу спать. Но я не буду сейчас спать, потому что... Должна приехать еще одна сеструха. Вот. Еще одна сестра должна приехать. И поэтому... она меня лижет. И царапает при этом. Вот тут вот. Видите? Господи. Вот. И, короче, она тоже приедет, если я сейчас усну. Если я сейчас усну, то это будет пипец. Мне кажется, я не проснусь, потому что я не высыпаюсь 2 ночи. А с 30 на 31 я не выспалась. Потому что я проснулась в 11 часов вечера, ночи, не знаю, вечера, вот. И, короче, ну, это 30-го, и сидела до 3 ночи. Потом легла уже спать, да, точнее, до 4 ночи я сидела, если не до 5. Вот. Вот, и сейчас я тоже не выспалась, потому что я еще позже легла даже. В 7. Чума хорошая девочка. Да такая хорошая девочка, Авик. Потому что я легла в 7. Это просто пипец. Мои глаза не отдохнули, потому что косметика на них была. И сейчас они такие, типа, мы спать хотим. Шикарно, но я как бы спать не хочу. Вот. Ладно, ребят, я сейчас спущу свой пучок и поиграемся мы чуть-чуть с Викусей. Да, Викусь? Она там кайфует. Вот. Ты чё, всё хреново? Она меня кусить хотела за то, что я за лапку трогала ей. А на самом деле она очень добрая девочка. Да, Вик? Ладно, ребят. Вика, ты чё опять творишь? Вика? Вика, ты сейчас рухнешь. Ей так кайф приносит. Вика, сейчас рухнешь, жопа. Рухнешь, сядешь.
Я тебя не удержу, сейчас рухнешь. Вика, хватит. Вика, успокойся. Давай слезай. Вот так вот. Чё, тебе на кайф приносит, что ли, да? Ко мне на плечо залазить тебе на кайф приносит. Смотри, какая. Я просто фоткаюсь, она мне мешает. Вика, ты чё творишь? Чё ты съела? Неважно. Самое главное, что это была еда. Остальное неважно. Вот. Вот такой вот у нас сегодня день. Вот. Солнце светит. На зиму это вообще не похоже. Уха, Вики. Вот. Ладно, ребят. Сейчас буду фоткаться, если мне Вика тут не помешает. Я хочу вообще-то с ней сфоткаться, но она что-то не дается. Она пошла. Ладно, пока.